гамак – лучшее, что можно придумать для дачного участка. Закрепил между деревьями и можешь там хоть спать, хоть как на качелях кататься. А для детишек это вообще радость немыслимая. Как же сделать гамак из поддонов и веревки? Очень доступный и легкий способ. Тебе понадобится поддон, крепкая веревка, дрель, наждачная бумага, пила по дереву, маркер, зажигалка. Подготовь необходимые материалы, очисти поддон от пыли и загрязнений. Аккуратно отдели доски от деревянного каркаса. Конечно же, ты можешь купить и использовать обычные доски, но поддоны более доступны. Они могут быть даже у твоего соседа, да и стоят очень приемлемо. У тебя получится около 20 досок. Определи шириной будущего гамака и подгони все заготовки под нужный размер с помощью пилы. Если у тебя есть циркулярная пила, то вообще отлично. Удали с досок все шероховатости при помощи наждачки. Отметь маркером на доске отверстия для сверления. Смотри, чтобы расстояние между точками было равным. От края следует отступить 2-3 см. Теперь просверли отверстия по сделанным меткам. Используй первую доску в качестве образца для остальных, чтобы не ошибиться в измерениях. Теперь наступило время для самой увлекательной стадии. Положи две доски рядом и соедини их веревкой так, будто шнуруешь обувь крест-накрест. На краю сделай один стежок. По аналогии добавь сбоку еще одну доску и так далее. Крепко затяни все узлы. Края веревки обработай огоньком зажигалки, чтобы они не топорщились. Так как гамак должен подвешиваться на дерево, то просверли еще по 4 отверстия на каждой последней или предпоследней доске. Протяни веревку и подвесь к дереву отвесно или даже под желаемым углом. Вот такой замечательный получится подвесной гамак. Очень красивый и удобный. Можно сделать по этой методике вот такие классные качели. Поделись этой чудесной идеей использования поддонов со своими друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.